турбины у этого безумного чувака. Вот я не знаю, как он остановится. Но очень быстро. Мопед с двумя турбинами. Никакого двигателя. Я вот не знаю, как он останавливается. Крутящего момента в турбине нет. А, смотри, нет, остановился, развернулся. Молодец. Вот еще чудо одно. Квалификационный заезд. Вообще на льду все интересно.